В начале апреля 19 года правый фланг 1-й армии наступал на Троицк. Левый фланг пытался организовать контрудар в районе Стерлитамака и Белебея, но потерпели поражение. 5 апреля белые взяли Стерлитамак и Белебей, создав угрозу тылу 1-й армии. В результате левый фланг 1-й армии не смог поддержать потерпевшую поражение 5-ю армию, а правый фланг остановил наступление. Под прикрытием остатка 20-й дивизии, которая сдерживала натиск врага на юг в районе Белебея, 24-я дивизия успешно была оттянута назад. Отход 1-й армии вынудил части туркестанской армии также отступать назад. 20 апреля новый фронт армии проходил по линии Актюбинск-Илинская-Воздвиженская. Фрунзе перебросил свой резерв в район Оренбург-Бузулук. Он избежал поражения, вовремя отвел назад отступающие войска, перегруппировал силы, усилил свое левое крыло и создал резерв. Так были созданы основы для будущего контрнаступления Красной Армии.